Димитровградцы во второй раз участвуют в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Старшее поколение готовится проверить свои знания русского языка. Просто проверить лишний раз свои знания по русскому. Ну, для меня экзамен, как говорится, всегда праздник. Вот. Участие я уже принимал, но не в таких, а для себя, потому что я хочу поступать. Уже и в 13-м году писал, и в 14-м, и вот тут в 17-м тоже писал. Ну, маловато баллов, где-то около 70 набирал. Экзамен идет 2,5 часа, с собой только ручка и документ, удостоверяющий личность. Вся надежда на знания. У нас абсолютно реальные условия, у нас работают камеры уже в кабинетах, у нас все установлено. То есть родители почувствуют, как на самом деле дети чувствуют себя, когда пишут экзамен. И в этом году новшество в нашей школе, но, я думаю, вообще в нашем городе. То есть мы все задания распечатываем при родителях. В этом году в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие порядка 20 димитровградцев. Экзамен, как и полагается, состоял из тестовой части и сочинения. Итоги экзамена будут известны через 10 дней. Участники смогут узнать свой результат на сайте ulidu.ru. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.